канал Мыло Оп, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор формы силиконовой кексики на планшете. Удивительный мир творчества в современных условиях получает значительно большее преимущество и возможности для своей реализации с гарантией получения желаемых результатов. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов объемной и сложной фигуры позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия. Изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия, а также просто делать всевозможные поделки с вашим малышом. Отличным изобретением стало и появление на нашем рынке силиконовых форм на планшете, позволяющих со значительно экономной времени выпекать, создавать одновременно несколько изделий. Преимущество использования силиконовых форм на планшете таково. Безопасный качественный материал, пищевой силикон. Гибкий и легкий, занимает мало места при хранении. Четкая детализация рисунка фигуры, разнообразие форм и размеров, возможность создания объемных фигур. Тесто не прилипает при выпечке, возможность готовить много и одновременно, возможность легкого извлечения готового продукта, легко мыть и хранить, экономия времени. Вот такая форма, силиконовые кексики на планшете, она такая гибкая. Вот так выглядит с обратной стороны. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!